привет! Времени 5 часов вечера. Мы с Рикардо только вышли из дома. Я вчера ходила на русскую вечеринку. И нет, я не напилась, я была совершенно нормальная. Ну, может, выпила 3-4 коктейльчика. Просто вернулись домой уже очень поздно, в половине первого ночи. И сегодня я проспала до 9, сбила весь режим. И такая клевая весь день ходила, ничего не хотела сделать. Вот, так что мы идем, куда глаза глядят. Мы идем куда-нибудь в ближайшее от дома место, чтобы просто посидеть, перекусить. Вот на углу здесь такое заведение. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть в меню. What do you think? It's just desserts, I think, yeah? I don't know. It looks like breakfast, like eggs benedict. Yeah. No, I don't think so. Okay. What do you think? This is downstairs. What is here? I don't know about it. No, this is a pizza place. Ground pizza, pizza. Okay, let's go. I feel a little bit. No. I'm feeling a little bit better than it was when I stayed at home, so. Okay. Even it's very good to go and take a fresh air and look around. Yeah. So I fully agree. Yeah. Maybe let's go to Duke's on the ocean. And okay. Good idea to take a table and look to the ocean. Yeah. And Duke's is a. Duke's probably packed. Could be, but who knows. Ну, в общем, мы идем и думаем просто, куда бы нам пойти, идем, куда приведут нас ноги, сами не знаем. Я предлагаю пойти куда-нибудь к океану, и вот свежий воздух, он действует как-то взбадривающий, и действительно, я чувствую себя уже лучше. Надо было давно просто встать и выйти из дома. Сегодня такой ветерок, сейчас он немножечко поутих, а с утра вообще шторы летали до потолка в квартире. Просто сильнейший ветрина был. Сейчас-то тоже он деревья как качаются. Сейчас чуть-чуть потише. Ну, люди уже серебряные здесь сидят. И начинается, как обычно, ночная жизнь. Здесь в этом месте продают всегда платки такие, они как бы платки, платья. 100 способов одеть один предмет. Вот сейчас пытаются нарядить женщину. Можно его и как юбочку, и как платьишко одеть, и завязать несколько разных видов. Так, что еще? Здесь вот ребята готовятся танцевать. Выставили они вот такие коробочки для того, чтобы мы могли бросить чаевые туда. Этот вот парень, я вам его всегда показываю. Опять он здесь спит. Какой вот у него здесь адрес, я не знаю, можно указывать. Калакао, а меню напротив магазина обуви. Там я вижу уже, наверное, мы не попадем. Я говорила, что сейчас столько много народа, вон. Даже чтобы зайти в бар, стоят огромные очереди. Вот в этот Дюк бар, он очень популярный, Дюкс. Вот что делается. Вау. Unbelievable. Для того, чтобы только зайти туда, это надо выстоять очередь. В очередях я стоять совершенно
вообще-то не настроена. Let's go upstairs. Сейчас поднимемся, проверим, что там наверху. Ну тоже битком все забито, господи. Я вообще-то никогда сюда наверх не поднималась. Вот заодно покажу, что здесь. Такой огромный зал. Что там дальше? Столики, стульчики кругом, елочки. Ой, как оказывается здесь красиво. Вот сейчас я пройдусь. Кругом стоят елочки. Это вход в гостиницу. А какая только, я не знаю, это гостиница. Ой, какой красивенный букетище здесь. Здесь вот эта лодка, каноэ, или как она называется? Аутриггер. Но может быть это и есть Аутриггер отель. Наверное. Тут вот такая красивенная елочка. Такие красивые девушки нарядные. Букет. Но толпы. Ой. Здесь тоже очередь. Line again. Yep. What do you think? No. No, okay. Let's go. Мы подошли к ресторанчику Джинни и Баффет. Мы как-то уже ходили в него. Я, правда, не помню, что там было. Вот мы сюда поднялись. Вид открывается шикарный отсюда. И сам ресторанчик такой милый. Я вот сейчас вспомнила его. Вот он по всей крыше идет. Барная стойка внутри. Здесь вот такие столики на улице. И довольно-таки много места свободного. А, окей. Вот, вход в Джимми Баффет ресторан. Ай, тоже битком набитый, тоже очередь. Сегодня вообще никуда невозможно зайти, везде. Везде очередь. Зато вот он какой, я сейчас покажу внутри, какой он красивый. Здесь все сделано как бы вот такими камнями, пальмами обделано. И вот еще мне нравится пол здесь такой интересный. Кругом телевизоры, и вот там даже огромные во всю стену такие экраны. На одном идет футбол, на другом какой-то музыкальный концерт. Очень красивый пол. А здесь вот около бара на полу проложена такая как бы световая дорожка, как вулкан, как будто извержение вулкана, как лава такая. Ой, как страшно и тихо. Вот так вот она идет по всему бару. Ну и вот такой здесь дальше. Такой здесь дальше бар. Я сейчас покажу вот такой
вид с балкона на Cheesecake Factory. Там тоже очередища стоит, еще больше, чем 25-го в Christmas Day, когда мы приходили. Она вон аж туда за угол уходит очередь, чтобы зайти в этот ресторан. It's on. Окей. Мы вот не можем понять, что это такое здесь на столике стоит. Как будто коктейль. Я решила, что это такая спинач салата. Ну, такая вот классная салфовая спинача. Окей. Для начала мы заказали Рикардо пиво, а мне коктейль Майтай гавайский, как обычно. И вот нам принесли креветки, лава-лава шримпс они называются, я не знаю, что это значит, но они такие как бы жареные креветочки, кляри как бы. И вот это, вот, what is this? It's steak. Sirloin teriyaki. Steak и картошечка пюре, салатик такой, ну выглядит все очень аппетитно. Вот мы продолжаем наш ужин. Очень вкусно, хочу сказать, очень вкусно. Вот эти креветочки, они немножечко, правда, остренькие, но очень вкусные. Стейк раз в 10, наверное, вкуснее, чем в том дорогущем сифуд-хаузе, в котором мы ужинали пару дней назад. В общем, очень все нравится. И Рикардо взял себе еще одну порцию, еще один бокал пива. И вот так вот мы сидим. И вот нам принесли наш чек. Нам дали дискаунт 5,85 за то, что мы местные жители. Вот написано Камаайна Локал. Камаайна — это местные жители, гавайцы. И того у нас получилось 57,15 за все про все. Ну, мы дадим, конечно, чаевые. Сколько это получится? Где-то долларов 6, где-то 10 долларов. Итого будет где-то около 65-67 долларов. Вот и все. Очень понравился нам ужин сегодняшний. Нет, no, I don't have a pen. Все, мы на этом с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.